Ароматный и сочный паштет из минтая – идеальное рыбное блюдо при подаче с любым гарниром или просто ломтиками свежего хлеба, не сладких булочек. Его можно подать на крекерах или намазать на тосты. Паштет из минтая можно взять с собой на работу в поездку на пикник. Он хранится около 2-3 дней в холодильнике и очень вкусен с различными соусами и несладкой выпечкой. Вы можете заранее отварить минтай, чтобы иметь под рукой основу для приготовления такого вкусного блюда. Минтай 500 грамм, 1 тушка. Морковь 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Масло растительное 2 столовые ложки. Соль 4 щепотки. Лавровый лист 2-3 штук. Количество порций 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Тушку минтая промойте в воде, разрежьте брюшко и удалите все внутренности, а также черную пленку, которая горчит. Разрежьте на части, удаляя хвост, и выложите их в кастрюлю или казан. Всыпьте пару щепоток соли, лавровые листья, и влейте горячую воду. Поместите емкость на плиту и отварите минтай примерно 20 минут. Очистите овощи, промойте их в воде. Морковь натрите на терке с мелкими ячейками, а лук нарежьте мелкими кубиками. Отпассируйте обе нарезки в растительном масле в сковороде примерно 3-5 минут. Извлеките части рыбы из бульона и дайте им остыть. Затем удалите все косточки, а мякоть переместите в глубокую емкость. Туда же выложите и обжаренные овощи. Переместите всю массу в чашу измельчителя или кухонного комбайна. Отпюрируйте примерно 3-5 минут на пульсирующем режиме техники. Выложите паштет из минтая в креманке или пиалы, подайте к столу или охладите в холодильнике.